Я организовывал для них автобусы для Польши границы, они проходили и все были счастливы, знаете. Сейчас это тоже в хандлайнере, в сторисах можно посмотреть, там есть мой путь, как я проходил это через границу и проводил этих студентов. Смотрите, мобилизация ударила тоже по нашему, потому что же релокацию уже сделали мужчины же, не женщины, понимаете. И спад продаж вот так упал. Но, несмотря на это, смотрите, сколько процентов мы выросли за год. Не буду томить. 423%. Как это сделал? Сейчас скажу. Наш оборот, только не считая Instagram и ВК, было 300 миллионов рублей, около 4 миллионов долларов. Это не считая вот это оборот. Теперь просто я расскажу, как мы это сделали. Командная работа, это ЕБШ24/7. Я реально сказал всем отключать нахрен новости, не читать новости, мобилизация, когда там началась. Просто мы отключили, я штраф ставил в офисе, кто смотрит новости, 1000 рублей, или кто болтает о новости. И все, все начали работать. Это самое, вот у нас там сейчас на офисе, вот это большим жирным шрифтом написано на нашем офисе доске, делай то, что не делают другие. Это единственное правило, которое я вам тоже советую. Если, к примеру, продается блузка, не делайте то есть такую же блузку, а сделайте блузку с каким-нибудь условно там, лепесточком, там, принтом, понимаете, или футболку те же, да, там, оверсайз футболка, сделайте каком-нибудь принтом, тоже улетает. И, конечно же, фокусировка на своем деле. И это самое важное. Мы сейчас, несмотря на это, просто фокусируемся и очень много работаем.